В этом выпуске. Уходи, Вероника. Практика в школах. Внезапная. Осенняя. Твоя. Переход всех мероприятий в онлайн. Что ждет дружбу и я профессионал в этом году? Видео про новости. Ставьте лайки, подписывайтесь. А что, уже съемка идет? Всем привет, с нами. Нет. Всем привет, с вами новости МГПУ. И что? И снова мы, Вусал. И Юля. Да хватит меня. И снова мы, Вусал. Вероника. Прелестно. Спасибо за приятные отклики, которые мы получили к нашему прошлому видео. И аплодисменты. Мы учли все ваши комментарии и пожелания. Именно поэтому наш второй выпуск будет короче, чем первый. На целых 15 секунд. Ну не шмогла я, не шмогла. Ну что, погнали? Полетели. Хей. Хей. Главная новость октября и ноября. Конечно же, вторая волна пандемии и неизбежный, как и аварии в первый день ледяного дождя, дистант. Сначала частичный, а потом полный. Полный. Полный дистант. И неизвестно, когда это все закончится. Вот и практика студентов старших курсов, которые отправились работать в столичные школы, связана с пандемией. В этом году им пришлось ассистировать, а где-то и полностью заменить педагогов, работающих из дома. Да. 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 Некоторым студентам пришлось сражаться с неработающим интернетом, брать на себя целый класс, на лету погружаться в какие-то темы и работать. А иногда приходилось даже вести уроки не по своей специальности. Кто-то воспринял идею с практикой спокойно, кто-то нервничал. А в ИИЯ, как рассказывают студенты, был серьезный отбор из желающих. И даже образовался целый лист ожидания. Кто хочет поработать? Я! Огласите весь список, пожалуйста. 2020 год. Это когда ты стоишь не за новым айфоном или кроссами, а на практику в московскую школу. Кстати, а тебе было страшно, когда ты практику проходил? 2020 год, мне уже ничего не страшно. Бесстрашный. Он не знает страха, он не знает упрёка. Он вообще ничего не знает. В дистант ушли все конференции, мероприятия, симпозиумы, мастер-классы и студенческие ивенты. Школа КВН онлайн. Фестиваль «Дружба» тоже онлайн. Ты никогда даже в этом не участвовала, что ты переживаешь? Откуда ты знаешь? Она готовила кулак уже. Спокойно дыши. Даже Олимпиада «Я профессионал» тоже онлайн. Ну ты же даже не участвовал. И что? Я же зарегистрировался. Ну да, уже достижение. А зачем нам нужен второй ведущий, если она сама все сделала на самом деле? Да он просто запнул. Даже Олимпиада «Я профессионал» тоже онлайн. О, последний месяц только и разговоров об этой Олимпиаде. Ведь наши студенты побеждали в прошлом. Позапрошлом. Позапрошлом годах. Отпад. Дай угадаю. Ты сейчас предложишь зарегистрироваться, чтобы набрать побольше призовых мест? Стоп. Регистрация уже закончилась. Все. Упс. А уже все. Это дальше шутка будет. А реально, да? Да. Ну, раз регистрация закончилась, я хочу просто пожелать всем удачи в отборочном этапе, выйти в финал и достойно себя показать. В этом году никаких очных туров, никаких встреч. Все будет виртуально. Но настоящие профи всегда профи. Ведь они решат свою задачу независимо от инструментария. Так, а сейчас я проверю твою способность к иностранным языкам. Проверим, насколько хорошо ты говоришь по-стартаперски. А ты точно старпер? Стартапер. Я тебе прочитаю один новостной заголовок, а ты своими словами попробуешь угадать, о чем он. Готов? Да. Поехали. Да. Питч проекта в ТикТок. Участвуй в стартап Do It. Запиши дуэт с инвестором и выиграй реальные призы. Наверное, нужно придумать стартап и рассказать о нем в ТикТоке? Непонятно только, откуда брать инвестора, если ты еще студент. А может я возьму котика? Ведь все любят котиков. Привет! Ты почти угадал.
Стартап действительно нужно придумать, а еще нужно продумать, как ты будешь отвечать на вопросы инвесторов. В аккаунте «Молоко Students» есть видос с этими вопросами. Нужно посмотреть его, прорепетировать, нажать «Ответить» с помощью дуэта и записать ответ. Здрасте. Здрасте. У меня есть очень крутая идея. Есть минутка? Придумали инициативу на площадке развития студенческих стартапов. Каждый раз, когда она смотрит на меня, он забывает текст. О, не преувеличивай. Спокойно. Придумали инициативу на площадке развития студенческих стартапов «Молоко». «Молоко» — это значит «молодые команды». А еще ребята запустили классную инициативу с клубным абонементом. Они устраивают лекции бизнесменов, смотрят и обсуждают фильмы про стартапы. В общем, делают все, чтобы в МГПУ появились свои Илон Маск и Марк Цукерберг. Серьезно? Да, серьезно. Ты не верил. Так что, если вы думаете о том, чтобы работать над своим проектом, присоединяйтесь к клубу. А если вы думаете, что стартапы и бизнес — это точно не для вас, то тем более присоединяйтесь. Потому что Москва сейчас поддерживает огромное количество новых проектов образования. И, возможно, выстрелит именно ваш. Бух! И проект взорвет. Какой-то у нас технологичный новостной выпуск получился. Как будто бы мы не педагогический университет. Тут онлайн, там стартапы. А что бы мы делали без этих технологий? Какой год, такие и новости. С вами были новости Московского городского педагогического университета. По-моему, слишком пафосно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А в комментариях я предлагаю ввести новую рубрику «Актуальные актуалочки». Предлагайте все, что вы хотите, потому что новости МГПУ делаете именно вы. С вами была Вероника и Усал. С любовью, Московский городской педагогический университет. Ах да! Ах да, в комментариях спрашивали, как стать. А что ты расстроился? Не надо расстраиваться, надо дорогу молодую. Ну потому что нас сместить хотят. Да. А никак. Надо. Потому что мы лучше. Мы задаем тренды. Вообще-то нужно красиво одеваться, нужно чистить зубки, укладываться, причесываться. Это все очень долго, это очень дорого. Как стать ведущими новостей? Мы знаем способ. Уходи. Как же стать ведущими новостей МГПУ? Открывайте комментарии, кидайте туда любую новость из жизни университета. Шутить можно, мемы можно, даже видео можно записать, но короткое. 3-4 предложения нам хватит, чтобы понять, насколько вы круты, артистичны и профессиональны в нашем деле, чтобы позвать вас в нашу команду. Можете даже в личные сообщения присылать. Ура! А теперь действительно все. А уже все. Нет.